Всех приветствую. И тема у нас такая, приветствующая пташье название. Формат, который я люблю, имеет хай, приветствие, хай меди. Но мне проще всегда всех приветствовать и приятнее это по-русски. Говорить просто здравствуйте. Так, смотрите, на что я, ребята, обратил внимание. Дорогие мои, уважаемые, кто смотрите и тоже анализируете, думайте, как я, сравниваете портативность, удобство. Вот я собрал, но вот какие под руку собрали, Сираж 1. Смотрите, я обратил, вот мне самому, знаете, немножко стыдно, что я не обращал внимания, что покат имеет. Вот дисплей имеет покат. И теперь понятно, вот что... Я какое-то видео смотрел про Hi-Res, какое-то говорили, что вот, или что-то усилитель, да, куда-то с Hi-Res вставляется. То есть он под таким наклоном именно стоит, что с дисплея неудобно смотреть. Что же здесь мы наблюдаем? Этот угол, вот смотрите, видите, он имеет вот скос. Я думал, может, что-то я кривой или какой-то бракованный плеер. Вы видите, вот такой вот скос идет. Вот, если отсюда с моего видео смотреть, то это, соответственно, такой вот покат слева, точнее, справа налево, да, справа налево. Вот, сейчас. И понятно, что, по сути, как стационарный, как некой мелкой деки оформлен MZ-Rush 1, то есть он с этими, да, штучечками, подставочками, вот они, раз, черненькая, два, три, четыре, резиновые. То есть, когда мы кладем на поверхность, чтобы, ну, сейчас пленка может нам и сказать, чтобы мы вот этот вот угол видели, что все-таки тут есть угол наклона. Вот, видите? Вот, я этого не ощущал. Я что-то сейчас меня осенило, думаю, ничего ж себе. Как редко я, получается, их держал. Но любой. Вот. Возьму сейчас, вот смотрите, еще видно, вот видите, хорошая гладкая поверхность, пленочка тут снята у меня у этого. Вот угол прямо очевидно, видите как? Угол, вот, угол. Это хороший, да, уголок, я чуть не обращал. То есть, конечно, в этом плане технология на высоте. Ну, вот эти Ираши, вы знаете, это все японский рынок. И вот здесь вот нету у меня тоже пленочки, на этом видно. И пленочка, вы знаете, я как обратил внимание, бывает жесткая, вот такая синяя, как на этом. Но вот этот вот Ираш 1, между прочим, вы не думаете, это не европейский, ну и не американский, это видно, не М200. Это видно все-таки, сейчас, а видно будет, где это написано, вот здесь должно, вот MZ-Rush 1, рынок Японии, но черный, у них это, наверное, реже, да, редкие. Вот, а наклончик они, да, все имеют вот такой на дисплее, чтобы как бы отсюда, вот видите, хорошо нам глядеть было, как поставили, как некую деку. И вот так вот глядим, смотрим. Еще про эти плееры говорить. Вы сами все знаете. Все уже рассказывали. Плееры хорошие. Ничего тут не скажешь. Ну вот. Последние вот такие были. Выпускались из серии Хаймиди. Вот. Поэтому очень... Хорошие рекордеры, хорошие, что кому нужны файлы обратно, перетащить на компьютер. Ну и много других линейных функций. Вот Lumer, PSM, рекординг. То есть большим обладает преимуществом. Да, может быть, имеет там короче. Плане дисплея, но я не хотел такой обзор делать, я вот хотел поделиться, что вот я вот это обратил внимание радостью своей, потому что
я был в замешательстве, думаю, неужели мне что-то пригрезилось. Ну вот видите, какие у него функции, даже дисплеи очень оригинальные. Сейчас при освещении хорошо. Подсветка работает. Потому что у многих бывает вот здесь вот выгоревшие, уже подиспорченные LED-дисплей или бог его знает, как еще он там, органический. Уж точно как органические LED-дисплеи выгорают у MZ-RH 10-х. У них, да, это беда. Эти помощней, эти подольше будут существовать. Но все-таки болячка у них, у этих, да, есть. Но зато видите, какая красота. Вот такая вот рынок. Как я еще раз говорю, вот японский есть. Ну вот по черным представим. Японский рынок, не ЦЕшек, ничего. Американский, вот здесь вот будет не MZ-RH1, а MZ-M200. Отличался только комплектацией микрофоном. Ну, микрофоны, в принципе, знаете как. Японские тоже многие комплектовались. Допустим, вот такой вот офигенный микрофончик. Сейчас я его достану. Он даже выглядит какой-то мини-портатив студийный какой-то такой ерундистики, как будто сейчас вот бери прям в него и пой. Кому интересно, сейчас я наведу. Вот он тоже стерео, да, правый, левый. Вот, но не с такими ушками, как есть другой чуть-чуть модификация. А это, кому интересно, смотрите, SM. ECM-CS10. Видите, он какой вот играет. И шнурочек у него, видите, проводок профессиональный, очень хороший, трепишный. Вот тут все написано Sony. Аккуратно. Такой вот он, видите. Здесь тоже на пластиковом этом диджек 3,5 дюйма стандартный. Ну вот, очень красота. Ну вот тоже комплектовали. Ну, пожалуй, ладно. Будет у меня возможность, я хотел попозже что-нибудь рассказать. Может, еще что-то дельное по этим плееркам. Всем счастливо, всем пока.